Да, вот это снежок идет. Ну вот, а заехать не может. Кто-нибудь не заметит его и сзади затарабанит. Двери закрыть, там битва идет за игру Диас. Ой. Надо с разгону заезжать. Давай, разгоняйся. Заехал.
Я буду смотреть на твои камеры. Талик, не труси меня. Ну вот, бимер застрял. Выехать не может. О-о-о, выехал. Давай, 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 давай. Не давай. Куда он поехал? В наши апартменты. Но это уже целый снегоход. Папа. Нет, а то снегоход. Техапартментов. Опять застряли. Папа, люди никому не ехают никогда. Ну вот, ездит Данечка, видишь? Они знают, что какие-то люди все состоят. Там на скорости надо заезжать. Тут подъемчик, они буксуют. Там еще одна есть. Смотри, сколько много снега. Я только начинаю выздоравливать от гриппа.
Мне на мороз нежелательно выходить. Ты что, слетела? Сика. О. Танечка, убери эту собачку. Ой, неудобно снимать под углом. О. А, те тоже что ли застряли? Марик, ты понял, не надо кричать. Тот туда застрял, тот туда застрял. Нормально. Назад сдает, там люди сзади, не задавил бы их. О, все. Теперь этих. Куда они собираются ехать? На улице снег, мороз. Без цепей. Пойди помоги им. Как я помогу? Не хочу, Данечка. Ты что? Пойди помоги. Папа сейчас выздоравливать от гриппа начинает. Папа не может им помочь. Пап, ты себя не болеешь. Угу. Значит, пойди помоги. Данечка, пойди ты им помоги. Окей. Да. Хоть бы кабеля одели, цепи. С кем ты говоришь? Я на видео снимаю, Даник. Кстати, почему ты говоришь? Чтоб на видео записывалось, папа говорит. Эй, тут состряла сына. Ты тоже говоришь что-то, да? Раз, два, взяли. Оба. Все нормально. Теперь вы хоть бы никто не врезался бы в них. Они не могут уехать. Батина что-то стал на это. Убери от печки вон собачку, чтобы она не загорелась. Все. Да, и куда они поедут? Они поедут. Цвети на ту банку. Она там на поезде. Где Марик?
все было во льду. Теперь начинает таять.